Большое новогоднее мероприятие с веселыми сказочными персонажами ожидало ребят Брестской вспомогательной школы. Силами педагогов на сцене учреждения образования удалось организовать настоящее представление, которое с особым волнением смотрели гости праздника. Вместе с Василисой Мудрой, Добрыней Никитичем они спасали праздник и главных новогодних героев от злого соловья-разбойника. Новый год для любого человека, для маленького и для взрослого, это всегда праздник. Это какие-то подарки, это какие-то яркие эмоции, которые остаются с ребенком на всю жизнь. Ну, к Новому году мы всегда готовимся очень долго, очень тщательно, разучиваем танцы, песни, готовим сценарий такой интересный, чтобы детям было интересно. К празднику ребята подготовили целую серию новогодних игрушек. Лучше украсили главную елку зала и небольшую выставочную площадку. Кроме того, ребята разучили новогодние песенки и танцы, чем приятно удивили не только сказочных героев, но и родителей, которые встречали каждый номер бурными овациями. Готовились в течение месяца. Им очень нравится елка. Им нравится, когда герои приходят, ждут Деда Мороза, Снегурочку. А насчет сюжета, у нас сказка, в которой есть и положительные герои, и отрицательные. Значит, ну, естественно, что положительный Дед Мороз, Снегурочка, Василиса, Добрыня Никитич, а отрицательный Змей Горыныч и Соловей-разбойник. Праздник получился по-семейному домашним и добрым. Каждый здесь получил долю внимания и заботы. Уже не один год за школой закреплены так называемые шефы, которые к праздникам также подготовили сюрпризы, главным из которых стал новый современный компьютер, призванный улучшить процесс обучения и реабилитации.